Франк из Гибралтара спрашивает, чем больше я читаю Зоар, все больше и больше я понимаю всю эту мощь. Это действительно настолько глубоко. И единственное могу сказать, трудно существовать без Зоара. Вы просто еще увидите, что по нескольку раз в день вы будете чувствовать, что вас тянет к Зоару. Это как... Ну, это источник, тут ничего не скажешь. Источник силы. Ты не знаешь даже почему, но тебе трудно без него. Это как вода, как... Больше, чем еда.